Добрый день, дорогие зрители! Мы с удовольствием приветствуем вас на новом обзоре украшений от интернет-магазина «Серебряная птица». Сегодня для вас только новинки от приволжского ювелирного завода «Красная Пресня». Встречайте! Благородное серебро, блеск камней и даже кое-что интересное для наших любимых покупателей. Представляем вашему вниманию кольцо, изготовленное из серебра 925 пробы с покрытием родирования и вставкой из искусственного нефрита. Камень непрозрачный, с очень необычной и красивой огранкой, не перегружает лаконичный образ изделия. К кольцу можно подобрать серьги, с английским замочком, и очень изысканным креплением. Такой комплект подчеркнет ваш вкус и подойдет к совершенно любому образу. Универсальный серебряный браслет с покрытием оксидирования без вставок. Он имеет отличительный узор ювелирного завода «Красная Пресня», и им можно очень удачно дополнить уже имеющиеся комплекты украшений в вашей коллекции. Легкий браслет надежно будет держаться на руке с помощью замка карабина. Брошь из серебра 925 пробы с покрытием золочения и вставкой из жемчуга. Беспроигрышный вариант украшения, который прекрасно дополнит как деловой костюм, так и маленькое черное платье. Также данную брошь можно приобрести в покрытии родирования. Миниатюрные серьги-гвоздики из серебра 925 пробы с родированным покрытием и вставкой из фианитов. Замок будет надежно держать серьги на ухе, а яркая снежинка подчеркнет блеск ваших глаз. Крупный серебряный браслет с покрытием оксидирования и без вставок, с тончайшим филигранным узором, являющимся визитной карточкой «Красной Пресни». Такое украшение будет прекрасным и необычным экземпляром в вашей коллекции. Прекрасный комплект украшений из серебра 925 пробы, представленный кольцом и серьгами с фианитами разных размеров.
Покрытие изделий – золочение. Это придает им элегантности и статности. Смотрится такой комплект очень дорого и благородно. Очень нежный комплект украшений, представленный серьгами и подвеской из серебра 925 пробы с покрытием родирования. Невесомые вставки из искусственного розового кварца и фианитов подчеркнут романтичность и легкость вашего образа. Удивительный медальон из серебра с покрытием золочения – то самое украшение, которого многие так ждали. Его отличительной особенностью является то, что он открывается и наполняется тем, чем вы только захотите. Мы предлагаем для этого миниатюрные петиты, как дополнение к этому медальону. Выбирайте любой на ваш вкус, все они из серебра и наполняйте кулон. Петиты прекрасно сочетаются между собой и будут отлично смотреться в подвеске. Такое украшение станет прекрасным и беспроигрышным подарком для ваших близких. Представляем вашему вниманию элегантный комплект украшений из золота от Приволжского ювелирного завода «Красная Пресня». Блеск благородного металла и вставки из сверкающих фианитов, украшающих крылья бабочки, соберут десятки восхищенных взглядов и сделают вас поистине неотразимой. Роскошный комплект для вечернего выхода. Кольцо и серьги из золота со вставкой из гранатов и фианитов. Глубокий, насыщенный оттенок граната в сочетании с благородным металлом смотрится бесподобно. Это тот самый комплект украшений, который просто невозможно не полюбить с первого взгляда. Изящный золотой комплект, кольцо и серьги, вставкой из искусственной шпинели и фианитов. Серьги фиксируют на ухе английский замочек и вместе
комплект будет выглядеть невероятно изящно и женственно. Прекрасный подарок на рождение или крещение детей – иконы от Приволжского ювелирного завода «Красная Пресня» в фирменной упаковке. Пусть они оберегают малыша всю жизнь и показывают, как вы трепетно и тепло относитесь к нему. Вот таким получился наш обзор. Мы благодарим зрителей за внимание и ждем вас на нашем сайте. Готовьтесь к новогодним праздникам вместе с интернет-магазином «Серебряная птица».